А сейчас немного о спорте. В Дербенте состоялся турнир по шашкам, шахматам и домино. Участниками интеллектуального соревнования были инвалиды по зрению из Дербента, Буйнакска, Хасавюрта и Кизельюрта. Основная цель организаторов – сплотить людей, страдающих одинаковым недугом, и заинтересовать их общим делом. Правда, по их словам, в последнее время проводить такие мероприятия становится все сложнее. Деньги на эти цели не выделяют, а спонсоры откликаются неохотно. Между тем, собирать инвалидов по зрению на одной интеллектуальной площадке – это очень полезно для их здоровья. Это очень полезно играть инвалидам по зрению. Это очень много времени отнимает. Умственно развивается человек. Он полезен и обществу, и семье. Он соображает головой.